Всем привет! Ну вот мы наконец-то и добрались до момента, когда попробуем сварить то, что у нас получилось из желудка козы. Вот она, так называемая требуха или рубец, варится у нас в кастрюльке. Что готовить из нее, я пока ума не приложу, можно, потому что даже не представляю, каково это на вкус. Поэтому в этот раз, по крайней мере, мы просто сварим и попробуем, что это вообще такое есть. И можно, и стоит ли вообще такое есть. Итак, вот наш рубец готов. Варился он примерно час. Выловили, вот на тарелочке он остыл. Сейчас будем пробовать. Итак, внимание. Какой-то непонятный вкус. Не сказать, что приятный или неприятный. По ощущениям, как будто вот ешь мясо, но оттенок послевкусия такой какой-то ближе к ливерному какому-то. Во рту не расходится. По концовке ощущение, что ты какую-то жилу что ли вареную ешь. Не знаю, что можно с этим готовить. Максимум, наверное, разбавлять что-то типа начинки для пирожков, там блинчиков. Ну, наверное, в качестве все-таки разбавки основного мяса. Ну, на вкус и цвет, товарищи, нет. Ну, мне определенно не понравилось. Эксперимент провалился.